Поздравляю, желаю всем. С бодрым утром от мэра Барнаула Вячеслав Франк пришел отдать свой голос в 9 часов. Но перед этим главе города предложили выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести». Всего вариантов 11, от площадей до скверов. Первый выбор сделан, на очереди второй. Позже всем избирателям мэр дал совет о том, как сделать правильное решение. Человек должен определиться для себя, за того человека, который и хочет, но и может. Он способен добиться того, что сегодня он говорит в предвыборной своей кампании. Поэтому здесь должно быть такое сочетание, да? Ну, оно, наверное, везде должно быть. И сердце, и голова. Председатель краевого заксобрания Александр Романенко тоже пришел на участок утром. Политика вновь сопровождали внучки, будущие избиратели. По словам Романенко, старшая уже получила паспорт и начинает интересоваться политической системой. Она действительно уже как бы понимает и политические партии, и конкретные фамилии и так далее. Ну а вот Машенька, Сашенька, ну фамилию Путина и Томенко знают. Знаете? Да. Да. Поэтому, конечно, до партии мы еще не дошли, но до конкретных личностей в истории мы уже добрались. Здравствуйте. Участок, к которому прикреплен Виктор Томенко, оказался одним из самых многолюдных в это воскресенье. Вместе с супругой глава региона внесли лепту в будущее законодательной власти страны. На утро сегодняшнего дня, сегодня 19 сентября, уже явка составила 24%, и люди продолжают подходить. Сегодня такой воскресный день, основной, наверное, по количеству пришедших на голосование будет. В целом же рекордная явка на этих выборах не была, однако распределение голосов как минимум удивило. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».